Друзья, всем привет! Сегодня у нас 12 апреля. В Германии это Пасха. Выбрался на рыбалочку. Погода немного лучше, чем в тот раз. Плюсовая погода. Поставил ночные с джика. Проверим тут сперва дно. Перед тем, как на воблер перейдем. Не часто тут рыбачу, поэтому может быть всякие деревья там по низам валятся или что-то. Часиков прошло, одна поклевка была на эльмину, вот такой, мне кажется, голавль был, хорошо не зацепился, надо было дольше паузу делать. Попробуем тут половить. Время уже 10 часов, 3 часа прошло, за 3 часа одна поклевка.
Есть. Что это у нас? Щука. Нет, голавль. Вот вам голавль на Эльминоу. Резко так схватил. Неожиданно. Хорошо была камера включена. Вот вам рыбалочка. Удалась. Только сказал, хороший воблер. Красивый головлик. Сколько? 3 часа я везде искал. Сопротивляется. Хорошо. Жирный такой. Вот такой головчик. Это с уткой. Классно. Вот такой вот вам головчик. Сейчас смерим, взвесим, сколько примерно. Сорок 6 сантиметров. 1170. Неудачно вытаскивал троник. Поломался, но это не беда. Поменяем, новый день. Уже не первый раз тройники менял. Выписал от Конбалс 2 штуки вроде бы в других цветах. Этот воблер у меня уже 3 года. И всегда ловит. Всегда, ну не всегда, но часто выручает рыбалочку, как сегодня. Трудовая рыбалочка выходила. Ни на что не хотела брать рыба. Вот вторая поклевка, второй голавль. Хорошо взял. Первая поклевка произошла под мостом. Камера была выключена. И не заснял. Вот второй раз вот зацепился голавлик на 1 кг 146 см. Конбалс как назло долго идет в этот раз. Придет, сделаю обзор. Какие у меня воблерочки пришли. Конбалс очень хорошо на голавле, на окуня ловит. Делает копию отлично. Правда, иногда надо тройники менять, но это не так уж и важно. Так, пробуем дальше рыбачить. Поставил японца. Натуралочки, как вода очень прозрачная. Посмотрим, что выйдет тут. Так. Неудобно заходить потихоньку. Там я видел, большие рыбы плавают в той стороне. Будем пробовать. Тут мелко, если вдруг зацепится, можно вытащить воблер. Не жалко. То есть не боюсь, что если зацепится, в сапогах можно пройти. Сейчас 2 поклевки были, но не засеклись на паузе. На этот воблер клевали 2. Сейчас пробуем еще раз. На паузе происходили поклевки.
Ну, на этом все. Рыбалочку будем заканчивать. Солнце вышло. Обед. Больше ничего не клюет. Ну что. Были 5 поклевок за весь день. С 7 до 12 за 5 часов были 5 поклевок. Да, ушли от нуля. Большой привет передаю Виктору. Подсказка будет на моем канале. И Игорю. Игорь, привет. Большой привет тебе передаю. До встречи. Всем ни хвоста, ни чешуя.